четвертом звене увидеть заявлены Герман Нестеров, Никита Гончаров и Илья Аркалов, Евгений Лисовец и Дамир Мусин в обороне. Ну и у минского «Динамо» сейчас на площадке звено Тейлора Бека, да, но мы его уже вам представляли. Бросок у Суворова не получается. Бек включается в отбор, но до шайбы так и не добрался. Четвертое звено у минского «Динамо» выглядит следующим образом. Димков 15-й, Масалев 54-й, Пышкайло 56-й, Варфоломеев заявлен 13-м нападающим. Вот посмотрите, какой великолепный силовой прием от Суворова. Ну и здесь. Хорошо, что так шайба Кижову перешла, и он игру остановил, он немножко, видите, там разобрался, что к чему.